Так называемый индекс промышленного производства Московской области ежегодно растет. Мы в лидерах, на втором месте в рейтинге эффективности рационализации экономической политики. По словам губернатора, во многом это результат плодотворного сотрудничества с Минпромторгом. Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тысяч человек. Ежегодно мы прибавляем по 10-12% в индексе промышленного производства. Более 1300 крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности находятся на территории Московской области. Это дает большое число рабочих мест, качественную продукцию по сниженным ценам. Так, Одинцовский электромеханический завод производит любые металлические изделия, которые ничем не уступают европейским аналогам. Мы производим множество разных типов изделий, как наши собственные разработки, так и по чертежам и конструктиву заказчика. И вот сейчас много из наших направлений – это различные темы, связанные с импортозамещением. То, что я показывал, иглофильтры для водопонижения, оборудование для бассейнов, оборудование для станкостроения. А Одинцовская компания по производству косметической продукции выпускает широкий спектр всевозможных средств по уходу за кожей и волосами. Здесь постоянно разрабатывают новые технологии, меняют состав, расширяют ассортимент. Всевозможные средства по уходу за кожей – это кремы, это скрабы, это бальзамы, это лосьоны. Ну, средства для рук, для ног, по уходу за телом. Потом, значит, очень большая линейка у нас разнообразная, интересная – это депиляторы. Они, депилятор можно подобрать для своего типа волос. Сейчас в Подмосковье при поддержке Минпромторга реализуется 151 проект импортозамещения с общим объемом инвестиций 136 миллиардов рублей. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».